Привет, зритель! Что сегодня сулят звезды? Овен. Сегодня вам придется рассчитывать лишь на свои силы. Не обращайте внимания на критику, а также постарайтесь быть более лаконичными. Телец. Сегодня с друзьями вы на совершенно разных планетах. Вы хотели бы рассказать им о своих эмоциях, о том, что вас беспокоит, но понимаете, что ваши друзья не смогут этого понять. Поэтому эмоции лучше держать сегодня при себе. Близнецы. Сегодня вас ждет крайне мечтательный и ленивый день. Вы можете даже не стараться настроиться на продуктивный день. У вас ничего не выйдет. Лучше заварите чай, закутайтесь в плед и откройте какую-нибудь интересную книжку. Рак. Сегодня не день, а чистый хаос. Не позволяйте спешке влиять на вас, сохраняйте терпение. Не торопитесь, установите свой собственный ритм, и тогда вы станете капитаном этого корабля. Лев. Сегодня вы можете внезапно почувствовать себя ответственными за всех, пристально наблюдая за каждым, кто хоть как-то вам дорог. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу и абстрагируйтесь от проблем других. Дева. Сегодня вам придется держать все под контролем. Вы будете пытаться уследить за каждым человеком и событием, которые вращаются вокруг вас. Вечер посвятите общению с близкими людьми. Весы. Сегодня вы будете выступать в роли спасателя для каждого, кто будет нуждаться в вашей поддержке. Возможно, вашему другу понадобится совет или наблюдение со стороны. Ваше критическое мышление способно сегодня многих выручить. Скорпион. Проблемы на работе сегодня будут омрачать все хорошие события, которые происходят в последнее время вокруг вас. Это немного измотает нервы и силы, но не спешите отчаиваться. Ведь к вечеру ситуация стремительно начнет улучшаться, и вы снова почувствуете прилив энергии. Стрелец. Сегодня вы захотите забить на проблемы, но вместо этого лучше позвоните другу и обговорите с ним все, что вас тревожит. Вы не почувствуете себя лучше, пока не выговоритесь. После откровенного разговора вы сможете обновиться и снова начать наслаждаться жизнью. Козерог. Кто знает, правы ли вы сегодня или нет, но все соглашаются с вашим мнением. Ваша уверенность в себе сегодня крайне привлекательна для окружающих. А вечером вас настигнет романтическое настроение, поэтому проведите его с любимым человеком. Водолей. Следуйте своей интуиции. Это поможет избежать многих ненужных проблем. А вечером вас ждет романтика и приключения. Рыбы. Сегодня вы горите волнением обо всем. Поделитесь этим невероятным теплом со своими друзьями и крепко обнимайте их. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.